Это оружие полезное, но я предпочитаю работать руками. Интересно. Гигантский паук используется как врата. Куда они ведут? Здесь можно немного сократить путь. Но мне это было приятно. Мне это неприятно. Если бы только все те, кто называл меня шарлатанкой, сейчас оказались здесь. Сколько пауков живет в этой штуковине? Это будет опасно. Но мне надо попасть наверх. Это слегка ненормально. Джонас не так ужасно боялся пауков. Зачем же ему превращать их в землю?